Общественный совет при Госатомтехнадзоре Московской области отметил корреспондентов нашего телеканала Екатерину Коваленко и Максима Козлова грамотой в номинации «Комфортное Подмосковье» за их сюжеты, снятые прошлой зимой. Город видно. Специальная номинация «Комфортное Подмосковье» за сюжеты «Тропинка к дому» и «Сила закона». Начальник Госатомтехнадзора Татьяна Семеновна Битушева. Помимо почетной грамоты, наш телеканал был награжден чайным сервизом. Руководство ведомства оценило освещение Екатерины Коваленко волонтерской акции Госатомтехнадзора «Тропинка к дому», в рамках которой инспекторы вместе с общественниками помогали одиноким пожилым людям расчищать снег на подходах к дому. Сейчас помню глаза женщин, которым помогали, в них стояли слезы, слезы радости и слезы благодарности, потому что они не ожидали, во-первых, конечно, да, им было приятно, что у них там убрали территорию, они теперь смогут выйти, но, наверное, еще более было приятно вот это внимание и теплота работников Госатомтехнадзора, которые пришли к ним и решили проблему. Также был отмечен сюжет Максима Козлова о рейде по незаконным точкам продажи незамерзающей жидкости. Госатомтехнадзор всегда идет навстречу работникам СМИ. Инспекторы дают развернутые интервью и исчерпывающую информацию по тем или иным вопросам. А творческие идеи возникают прямо во время съемочного процесса. Название сюжета «Сила закона» она пошла от прямой речи, которую сказал один из сотрудников, когда я обратился к нему и сказал, что вот как... Если вы, допустим, указываете на нарушение, те нарушители, они исполняют ваши предписания? Он говорит, ну, стараемся делать так, чтобы исполняли. Я говорю, что силу применяете? Он говорит, да, силу, силу закона. Госатомтехнадзор занимается обеспечением чистоты и порядка на территории Московской области. А мы с каждым годом все более подробно освещаем деятельность организации. В номинации, учрежденной общественным советом при Госатомтехнадзоре, участвовало 22 телекомпании. В 2017-м всего 14. Это прогресс. Как известно, телеканал «Видное ТВ» неоднократно становился обладателем различных премий и наград. Но быть отмеченными в номинации «Комфортное Подмосковье» нашим сотрудникам удалось впервые. Заслужить награду от Главного управления Госатомтехнадзора, от Татьяны Семеновны Витушевой, это очень серьезное и сложное дело, а нам это удается. Поэтому нашим журналистам, журналистам телеканала «Видное ТВ» браво, молодцы ребята, так держать. Почетная грамота займет достойное место на стене наших побед. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Елена Кошелева, «Видное ТВ».